сами. Делаем сами своими руками. Лайк поставь и подпишись. И видосу улыбнись. Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как сделать ультрафиолет в домашних условиях. Для этого нам понадобится телефон, обычный сенсорный, ну можно и не сенсорный, фломастер синего цвета, не зеленого. Так, затем ножницы и скотч. Я его прилепила на такую открытку. Вот. Ну, у меня тут большие, я еще навяжу. Так, значит, первое наше действие, берем телефон и скотч. Берем ножницы. Желательно телефон с фонариком, потому что так у нас... Нужен телефон с фонариком, поэтому у вас ничего не получится. Берем скотч и клеим на фонарик. Так, теперь вот этот скотч, который мы наклеили на фонарик, мы его разукрашиваем синим фломастером. Хорошо, так тщательно. Теперь еще берем скотч. Так, еще скотч берем. Наклеиваем. На наш же фонарик. Вот. И также разукрашиваем. Таких действий мы должны сделать примерно 10 раз. Ну, можно 5. Смотря от того, как вы будете разукрашивать ваш фонарик. Если вы хорошо разукрасите, тогда можно и два. Ну и последний раз я наклею его. Например. Все, готово. Так, теперь... Вот, готово. Теперь нужно найти темное место, чтобы вам показать, как он светит. Итак, значит, я нашла темное место. Не спрашивайте, где я его нашла. Теперь я включаю фонарик на телефоне. Вот. Как вы видите, светит синим. Вот. Могу на светлом показать. Видите? Светит синим. Я использовала зеленый фломастер. Вот. Но на камере видно, он как синий. И светит ультрафиолетом. Вот. Видно тень. Так. Ну, вот такой вот ультрафиолет. На темном больше видно, что ультрафиолет. У нас сегодня получился. Вот. И давайте уже вылезем из этого темного места. Кому понравилось видео, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. И писать комментарии. Всем пока. И... Желаю, чтобы у вас вот это получилось, ультрафиолет. Ну, думаю, у вас получится. Вот. И всем пока!